Что, друзья, всем привет! Мы приехали в город Орел на чемпионат России по армрестлингу 2023. Первый раз буду участвовать на этих соревнованиях на таком уровне. Получил сегодня паспорт ФАР. Прошли взвешивание. На весах показало 105 килограмм 700 грамм. Честно, что-то сильно я скинул. Я думал, килограмм 108-109 буду. Ну, даже сильно перестарался. 105-700. Что еще? Сейчас заселились в номер. Покушали. Отдыхаем. Все как обычно. В преддверии этого я приболел. Ну, ничего страшного. Справимся. Вот, выступаю я послезавтра на правую руку 15-го. И на левую руку 16 числа. Обязательно поснимаю и другие поединки. Так что, друзья, смотрим и болеем за наших. Выдали мне футболку, выдали мне паспорт ФАР. Так, сейчас вам покажу. Вот такая футболочка Ленинградской области. Вот. Также паспорт ФАР. Такой номер у нас, в принципе, очень даже неплохой. Сейчас включу свет. Так, сейчас покажу вам вот такой видок у нас. Щеки синие, первый стол. Держи, держи. Стас, держать, держать, держать. Держи, 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 держи. Держи. Держи, держи. Еще немножко. Держать, держать, держать. Хорошо, хорошо, возвращайся. Давай, давай, давай. Держи. Держи! Давай, давай, Стас! Терпи! Держать, держать, держать! Тяни, 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 тяни! Хорошо! Тот, кто не сделал. Женщине 50 килограммов. Иванчук Ксения, Белгородская область. Решение Елизавета, Белгородская область. И Бореева Диана, город Санкт-Петербург. Мы ждем вас. За вторым столом начинается соревнование. Go! 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 Go!
Он же заваливает! Завал там! Завал! Завал четвертый стол! Давай, там завал! Давай, держи! Внимательно! Внимательно! Уперся, давай! Поднимись! Не пускай! Локоть снимай! Держи! Всем привет! Отвоевал я сегодня на правую руку, поделюсь эмоциями. В общем, отлетел я с двух поражений. Первый раз, когда жеребьевку бросили, сразу в первом поединке я попал на чемпиона России 2020 года. То есть, понимаете, уровень. Вышел. Судьи просто морально давят, там вообще все выставляют. Кисть, 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 центр, центр, сейчас фолдом, фолдом. Ну, то есть, просто морально давят прям вообще. Я, короче, вот опыта нету, я прям даже растерялся, в общем. Даже не смог в работу включиться. Злости какой-то не было, никак вот, не разозлить себя было, в общем. Ну, в общем, стартанули. Я даже смог его, то есть он мне кисть пробил, здесь даже смог его остановить, то есть удержать, в принципе, то есть ни в одно касание он меня выиграл, я смог там в сантиметрах 10 от подушки разрыва сделать, вот, но все равно же ему отдали победу, вот. Второй поединок, опять же, выпал на мастера спорта, ё-моё, мне сразу сказали, не повезло тебе в жеребьёвке, конечно, что попался бы ты, может, на кого-то другого, хотя бы какие-то шансы были, дали побороться тебе. Попался, в принципе. Ну, я чувствую, что он сильнее. В принципе, то же самое. Судьи также жестко судили. Ну, по факту, в одно касание он мне верхом пробил. То есть, что первое, что второе, мне все верхом пробили в основном. То есть, не дали в мое движение вкрутиться, хотя бы попробовать свое движение сделать. То есть, просто прочитывали меня, мое движение, и били в слабое место, так сказать. Вот, что, завтра левая рука, не знаю, что будет, то будет, первый раз, понятно, что растерялся, нет опыта, надо набираться, в принципе, ну, я понимал, я же реалист все-таки, поэтому ничего страшного, рука даже не устала, без травм, без всего, завтра, если что, с ребятами мы тут договорились после соревнования, если что, постоим, опытом поделятся со мной и так далее. Вот. В общем, всем спасибо, кто, во-первых, за меня болел, смотрит меня, сегодня смотрел, завтра будет смотреть. Я благодарен от души.
Ну, это уровень космос, типа, 20 лучших спортсменов России, типа, тут все вместе, типа, мне просто кайфово здесь находиться и быть с лучшими. В любом случае, вот, и куча мотивации, что я самый молодой, что у меня только все в начале, 25 лет, там в основном все старше меня, 95% точно. Естественно, там опыт от 5 там, до 15 лет, стаж у них тренировок в армрестлинге, именно в армрестлинге, а у меня год. То есть, ну, как бы, я думаю, пару годиков, и я думаю, дадим бой точно отличный. Вот. В общем, цели есть, мотивация есть. Сейчас буду отдыхать, кушать и готовиться к завтрашнему дню на левую руку. Также понял еще какой момент, что они все выходят уже, хоть и в 110-й категории, но не выходят там 110-114 килограмм. То есть, прям они взвешивались впритык, то есть 109-500, вот 109-900, плюс потом за 2 дня еще набирали вес и выходят на помост там 114. А я 107, 105-107. То есть, для этой категории я маловат. Вот, поэтому надо еще будет мясо набирать. Общую физуху, мясо и так далее, естественно. То есть нужен опыт. Опыт, мясо, общую силовуху. Ну-ка. Друзья, прошел второй день борьбы чемпионата России 2023, город Орел. На левую руку сегодня. Напомню, я выступал в категории мужчины от 100 кг до 110. Вот, весил 105 килограмм. Сегодня самый для меня главный результат, что я сегодня выходил, уже не так боялся, уже более сосредоточен, так сильно не растерялся, как вчера. Включился в работу, включился хотя бы в скорость, все два поединка разорвался, потом связали и, ну, конечно, проиграл, потому что по жеребьевке снова сегодня попались мне мастера спорта. Все два раза. Ну, это жеребьевка. Вот. Ну, ничего страшного. Самое главное – опыт. Потому что меня успокоили потом уже за кулисье. Так сказать, закулисная борьба была. То есть, и подошел к человеку, которому вот 48 лет. Вообще, 48 лет мастер спорта. На чемпионате мира тоже ездил, выступал. То есть мужик просто красавец, вообще замотивировался, он сказал, блин, у тебя вообще все впереди, у тебя только начало, так сказать, спортивной карьеры в армрестлинге, ну, поговорили с ним, он сказал, типа, офигеть, тебе 25 лет, типа, ну, молодец, типа, силы куча, нарабатывать надо, дальше продолжать нарабатывать силу, так, говорит, у тебя все есть, все хорошо, нарабатывай силу, работай дальше, и опыт, самый главный опыт, он сказал, ты, если всего лишь год занимаешься армрестлингом, типа, это колоссальный результат. Вот. Поэтому вот, я очень замотивирован. Естественно, познакомился с людьми, которые подсказали, над чем работать. Поставил себе новые цели, мотивация. Я вообще не жалею, что приехал сюда. Вот я честно вам говорю, это какая-то новая ступень, потому что я чувствую, что набрался опыта. Я посмотрел на топовых спортсменов, поборолся с топовыми спортсменами, вообще лучшими, с профи. Понял свои слабые места, мне подсказали, указали на них, сказали, как их справлять, как работать. Все, теперь все в моих руках, поэтому будем работать и продвигаться. Видосики сейчас ставлю. Проведение турнира просто на самом деле очень крутое. На таких турнирах я не бывал, поэтому просто уровень колоссальный. Также хочу сказать всем спасибо огромное за поддержку, кто меня поддерживал. Просто спасибо вам большое.
Антон, давай! За третьим столом будет проходить поединки среди женщин до 50 килограмм. Более представлено 7 человек. Довиченко Елена, Вилсова Анастасия, Карцева Зита, Анохина Юлия, Андреева Юлия, Шевелева Алина, Ильчакова Елена. Завтра уезжаем обратно в свои края. С командой 18-го у меня вечером приезд в свой город, а 22-го еду с командой на Кубок Пскова молодежный до 27 лет. Вон будет молодежь выступать, мои ученики в юношах. Товарищ мой будет выступать. Ну и, возможно, на 90% я тоже выступлю для опыта. Конечно, руки побаливают немного, но я надеюсь, что за пару дней станет лучше. И там не такой уже уровень, поэтому обязательно надо выступить. Так что тоже смотрите новости, которые буду выкладывать.